Уголовных дел после перестрелки в Екатеринбурге все больше и больше. Спустя 3 дня добавилась статья «Организация массовых беспорядков». По ней виновным грозит до 15 лет за решеткой. Прежде собравшихся обвиняли в убийстве и незаконном обороте оружия. Разборки проходили в цыганском поселке. Сколько человек в них участвовали, пока непонятно. Очевидцы говорят, что 30. На 7 машинах они подъехали к дому на улице Депутатской. Массовую встречу организовали сознательно после ссоры 2 знакомых. Они вместе пришли на день рождения к общей подруге. И один другого пнул под столом. Началось после этого. И мужчины, как это называется, забили стрелку. Вот и встретились все вместе с оружием. Приехали одни, ну а вторые уже с друзьями стояли тоже не с пустыми руками. Мужчины открыли огонь. В результате погибли 2 и пострадали еще 7 человек. Среди участников были борцы из местного спортклуба. Я туда приехал сам, так узнал, что ребята собираются ехать на разборки. Оружия ни у кого из наших не было, это точно можно сказать. Вообще не было оружия. Очевидцы говорят, что мужчины открыли огонь не сразу. Перед этим была беседа. Дальше слышал только выстрелы и все. Все побежали что-то. Я пытался залезть, за которой машина стояла, уже не помню. В машину, чтобы спрятаться. Вот. Открыл, сидя, открыл заднюю дверь, залез в автомобиль, и там уже меня попали.